друзья, пришло время рассказать вам, как и обещал, о проблемах с перекосом таза. Многие думают, когда у них появляются боли в поясничной области позвоночника, что это протрузия или межпозвоночная грыжа. Многие, и даже я, недавно тоже попал в такую ловушку, когда столкнулся с данной проблемой не у себя, а у одного из моих учеников. Макс уже больше года тренируется у меня. До этого он был в крайне плачевном состоянии, но это связано с его здоровьем. В детстве он был гастропилизирован, был в коме, были у него очень серьезные проблемы. И, естественно, организм развивался неравномерно, неправильно. Были серьезнейшие проблемы, был сколиоз, были различные лордозы. На самом деле человек сильной, большой воли пришел к тому, что хотел тренироваться, хотел улучшаться, и мы с ним начали все это делать. Естественно, по моим программам ступени для новичков, которые вы все прекрасно знаете, надеюсь, тренируетесь по ним. И больше года мы с Максом наращивали силу в приседаниях, в становых тягах, в подтягиваниях, в отжиманиях от брусьев. Все шло прекрасно, особенно если учитывать проблемы, какие есть у Макса. И где-то через полтора года, когда мы делали становую тягу, Макс один раз захотел, как и многие из нас, форсануть, повесил вес больше, чем обычно. Мы сделали три хороших подхода, а вот четвертое как раз, когда я говорю, что если вы чувствуете, что следующее повторение будет отказным, или вы не сможете его сделать, его не стоит делать. Макс все-таки попытался сделать, чуть-чуть нарушив технику. Через какое-то время появились боли. Боли были серьезные, нарастающие. Он не мог ни приседать, ни делать тяги, даже по утрам. Вставая, испытывал серьезные боли. Моя гимнастика не сильно ему помогала. Я столкнулся с такой проблемой, что не знал действительно, что делать. Естественно, обратился к своему другу Брайсу, которого вы все уже знаете по моим видео, по видео Ронни Колемана, как он был в его клинике. К счастью, эта клиника находится в нашем городе, куда приезжают все спортсмены со всей Америки. Я позвонил Брайсу, попросил осмотреть Макса. Больше всего мы переживали, что не дай бог человек получил грыжу или протрузию, и как бы это не его вина, не его проблема, а проблема моя как тренера, что я не следил. Я очень сильно переживал по этому поводу. Макс сходил на обследование, где ему сказали, что нет у него ни грыж, ни протрузий. Единственная его проблема – это серьезный перекос тазовых мышц. Над чем нужно работать? На какое-то время Максу запретили, естественно, приседать, делать любые тяговые движения стоя и отказаться от любых упражнений, которые вызывают не то что боль, а даже легкий дискомфорт. Мы сократили наши тренировки. Тренировки были лайтовые, мы тренировали в основном медленные мышечные волокна, берегли спину. При этом Макс ходил к доктору Брайсу на реабилитацию, выполнял гимнастику, которую я вам сегодня и покажу, о которой я вам расскажу. Стоит это больших денег, но, естественно, для вас, друзья, как всегда, это все бесплатно. Перенимайте опыт, берегите себя. Самое прекрасное то, что всю эту гимнастику вы можете выполнять с легкостью в домашних условиях, где бы то ни было. Не пренебрегайте этим. Даже если у вас нет проблем с перекосом таза, работайте над этими упражнениями для профилактики. Раз в день этого будет достаточно. Если у вас проблемы, выполняйте эту гимнастику 3 раза как минимум за сутки. И вы быстро придете в норму. Снова сможете приседать, тянуть. Кстати, Максу тоже разрешили, мы потихонечку возвращаемся к тренингу. Ну что, друзья, перейдем к гимнастике. Лягте на пол или на коврик. Пятки подожмите под себя. И начинайте делать скручивание таза. Да, не подъем таза, а именно подкручивайте таз навстречу
плечам. Плечи при этом лежат на полу, так же, как и голова. Обязательно обращайте на это особое внимание. Не подъем таза, а именно скручивание. После того, как сделаете 15-20 скручиваний, делайте скручивание с паузой. 10-12 повторений. То есть скрутились, задержались, опустили таз. Скрутились, задержались, опустились. Следующее. Скручивайте таз, задержались и поднимайтесь в верхнюю позицию. Тоже держите легкую паузу, после чего опускаетесь и раскручиваетесь. Очень важно понять и прочувствовать само движение. Именно скручивание, ребята. Делайте скручивание и подъем на выдохе. Легкая пауза, опускаетесь. Вы должны чувствовать, как напрягается брюшной пресс. Да, не забывайте, что именно так качается пресс, даже когда вы делаете скручивание, а это можно сказать, что это обратные скручивания. Именно прессом подкручивайте таз к себе. Видите, работает таз, подкручивается, не поднимается вверх, а именно закручивается к плечам. Следующий уровень сложности – это делать то же самое, стоя у стены. Лоб, плечи, руки, локти, пятки – все прижато касается спины. И начинаем делать подкручивания. Обращаю ваше внимание, тоже подкручивание. Не просто отрывайте таз от стены, а работайте, прочувствуйте это движение. Вы должны четко понимать, что вы, как и лежа на полу, подкручиваете таз к плечам. Ни в коем случае не поднимаете его. Это не тот эффект и не то упражнение, не то, к чему мы с вами стремимся. Вот такая специальная подушечка от Rogue, которую, в принципе, вы можете сделать и самостоятельно, будет вам помогать в этом и будет усиливать эффект от упражнений. Понимаете, она сохраняет естественный изгиб, прогиб позвоночника, когда вы будете лежать на полу. И сейчас вы увидите, как это делается. Прелесть всех наших упражнений в том, что можно делать их дома. Обратите внимание, как нужно прочувствовать, что вы делаете именно подкручивание. Если вы подкручиваетесь и пятки у вас подъезжают к вам при выпрямленных ногах, то вы делаете правильно. Если пятки остаются на месте, то значит вы просто поднимаете таз. Следующий уровень сложности – это держать ногу на весу и выполнять скручивание для одной ноги, опора на одну пятку. Потихонечку-потихонечку усложняйте сложность, делая упражнение более концентрированно. Не переживайте, если вы сначала что-то не чувствуете или чувствуете какие-то боли легкие или дискомфорт. Все это нормально и естественно. Также в конце можно поделать вот такие упражнения с задержкой, когда вы немножечко приподнимаете шею, голову над землей. Убираем нашу подушку и делаем упражнения, которые многие из вас уже видели в моих роликах для профилактики и лечения межпозвоночных грыж поясничного отдела позвоночника. Обязательно нужно делать это в конце данных упражнений. Также настоятельно рекомендую изучить все мои видеоролики относительно грыж, протрузий в любом отделе позвоночника. Вы найдете это все на моем канале здесь, а также вы найдете статьи и видео на моем сайте hmgym.ru. Настоятельно рекомендую, даже если у вас нет проблем с позвоночником, с перекосами таза, выполнять все эти упражнения. Особенно заставляйте делать это своих детей. Хотя бы 1-2 раза в день, утром и вечером. И вы застрахуете их от проблем с позвоночником, застрахуете их здоровье. И в итоге они будут вам благодарны. И вы сами себе здоровье. Мой личный опыт и опыт уже очень многих моих учеников, а вы сами можете видеть и ВКонтакте, и на сайте, и особенно здесь, в комментариях под моими видео при проблемах со спиной, скольким людям это помогло. Уже больше 500 человек вернулись к нормальной жизнедеятельности. Многие начали снова посещать тренажерный зал, приседать и тянуть. Избавились от боли и дискомфорта.
Я сам прошел, преодолел все это. Снова приседаю и тяну за 200. Самое главное, от чего я хочу вас предостеречь. Не бросайтесь в омут с головой. Поймите, что реабилитация требует времени. И еще большего времени будет требовать возвращение вас к нормальным серьезным весам, особенно в приседе и тяге. Я возвращался к весам больше, чем 1.5 года. Год я приседал 40-60 килограмм в фронтальном приседе, то есть удерживая штангу на груди. И только через 1.5 года я снова стал приседать, опять-таки стартанув с 60 килограмм. Становую тягу я делал крайне редко, раз в месяц, 40-50 килограммами на штанге. И пришел к серьезным весам тоже уже где-то через 2.5 года после начала реабилитации. Помните об этом, ребята. Нам некуда с вами спешить. Здоровье – это залог всего. И если у нас не будет здоровья, ничего в жизни вас не будет радовать. Здоровья вам, ребята, счастья. Помните о важности технически грамотного выполнения любого упражнения.